auch. Da steht er. So, hallo. Работу я делаю мало, конечно. Вот. Работник я не знаю, как назвать, плохой. Почему вы говорите, что вы плохой работник? Ну, то, что я мало делаю, я не выполняю норму. Вот пипеток делаю только 1000. В этом плане, как бы. Потребляет он водочку. Если кто-то придет, принесет, он не откажется. Начинает кидаться, швыряться, за мной ползать. Мне я открываю двери, прям кричу на лестницу, чтобы люди мне помогли. Я как бы почувствую, что... Эта история, она твою жизнь как-то поменяла, изменила? Да, изменила. Мне захотелось жить, не захотелось смерти, как сказать. Вот теперь, да, захотелось жить, что что-то будет дальше, это лучше. Все, жди секунду. Подожди. Дай мне. Ты проходишь вдоль стены, то есть дверь, она находится в дальней стороне комнаты. Вот вход в спальню. Ну вот, здесь есть комод, шкаф. Вот шкаф. Нет, это не шкаф.